Металлоискатель. Папка изобретатель. Может, в листьях валяется какой-нибудь металл, батя? О, какая красивая осень. Искатели сокровищ. Что очень здорово. Да, там что-то... Что-то там металлическое есть. Может, труба идет оттуда. Вот тут где-то. Там же люк, труба может идти. Ну да. Он на пробку отреагировал. Ух ты, пробку нашли, ура! Только не слышно. Вот это находка, пробка. Оно и на камни может реагировать, потому что в камнях тоже металл есть. Ну да. Радочка, интересно? Да. Ромка, интересно? Ром, тихо, тихо. Ты еще два тут. Не тут. Что там пышить? Шось вот пышить? Тут и вот тут пышить. Что пышить? Вот тут. Ну да. Искатели сокровищ. Маленькая. Надо научиться еще. Булавочка, может. Тут бабушки часто сидят с булавочками. Или пуговка металлическая. А на монетки? А на монетки реагирует? На копейки, да, реагирует, да? Ну, может, мелочь у кого-то высыпалась. Короче, интересно. Ох, как интересно. Это копать надо будет. Ох, как интересно. И лопаткой надо. Ох, как интересно. Очень интересно. Пища. Вот, да, вот. Да. Короче, все протестировали. Мне надо идти.